Дисклеймер. Привет, я Третий. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить растения против зомби, мод Адская лужайка. Так, у нас что там, пазлы мы полностью прошли. Так, мини-игры, страница 1 с выживанием мы тоже полностью все закончили. Осталось две странички, да? Тем более здесь совсем чуть-чуть. Так, вот здесь, вот это, оно мне просто жутко не нравится. Звезды ждать, я задолбаюсь. Ладно, завтра выходные, завтра, наверное, весь день опять на это потрачу. Ореховый боулинг, я тоже особо смысла не вижу проходить. Почему? Потому что тут зомби сильнее, а орехи все те же, понимаешь? Мы и в оригинале еле-еле проходили с бруталы с огромными проблемами, а здесь это вообще... Жесть, будет дождь из семян, тут просто рандом, повезет, не повезет, мне может очень сильно не вести, так что это тоже на выходных пройду. Но вот здесь, что у нас остается? Ой, мы так много уже прошли, смотри. Подожди, так мы же это прошли. А почему кубка нет? А это другое вообще, подожди. А это что такое? Так что это такое? А, ты сразу начинаешь, у тебя вот это вот включается, да? А что тут делать надо? И что с этим делать? А, подожди, а не про это ли говорили, что это ячейка для разработчиков? Ну вот это вот, например, тоже я не вижу... Не то, что смысла, я не знаю, как это проходить. Я думал про разработчиков что-то из этих двух окошек. Получается, у нас тут три бесполезных окошка. Вот это вот раз, это второе, и вот это вот третье, потому что там ничего нельзя сделать, правильно? Ладно, тогда у нас на скорость... Ну, это тоже очень сильно может не вести, понимаешь? Давай это тоже, когда выходные будут, тогда и сыграем. Вот это, воздушный шар можно. Танцор из могил. Спам у меня пока не получается. Гигантюра с небес, мне тоже кажется невозможно, хотя писали, что здесь тоже очень сильно должно повести. То есть, возможно, адская лужайка мы уже со дня на день закончим, ну как, временно приостановим и пойдем уже дальше. Почему? Потому что тут остаются уровни, которые нужно, чтобы очень сильно везло. Соответственно, да, я их буду проходить каждый день, примерно часа 3 буду выделять только чисто на эту игру. Там зашел, 3 часа отыграл, если не повезло, хорошо, запись черновик удалил, зашел. На следующий день опять 3 часа пробую, если опять не получается, опять, собственно, выходим и потом пробуем снова. И так пока не получится, давай пока остальные попробуем. Вот это на везение, это, не скажу, что вот это вот точно на везение, вот эти, вот здесь я пока не знаю, как это пройти. Получается, у нас тут осталось раз и два, да, уровня. Давай танцор из могил, посмотрим, что здесь. Бля, какой тупорылый у нас кабачок, я не могу, какой-нибудь дебил, просто конченый, сука. Теперь сзади тебя вот на таком расстоянии стоит, сука, этот прыгает вперед, да он, блядь, конченый. Сука, олени кусок. Я в шоке просто, а. Конченый, ты, блядь, должен прыгать к тому, где блядь, ближе, нахуй, хер ты. Слушай, ну в целом зомби слабые, да, и их не сказать, что большое количество. Наверное, зря арбуз берем. Давай, наверное, ага, я понял. Давай, наверное, возьмем горохометы. Ну, потому что их реально, ну, не так много. Чтобы прям уж сильно. Ладно, давай берем тоже вот так. Сделаем пеньки. Потому что на арбуз тут перебор. Мы слишком долго на него копим. Ночью это вообще не вариант. Мы не успеваем тут просто накопить, понимаешь? Еще, сука, с этим везением, а? Я уже весь вспотел. Прикинь, я только сел, я уже весь вспотел. То есть вот опять солнышко должно выпасть до того, как перезарядиться. С этим уже не повезло. Если сейчас еще и зомби пойдут на тех линиях, где у нас нет бесплатных растений, это вообще жопа. Вот, три линии, давай. Из трех линий они... Сколько? Две не те, да, пошли? Понимаю, ясно. Угу. Так, дальше у нас что? Че? Ну, солнышки, быстрее давайте, херли вы тупите. Быстрее, еще подсолнух. Еще говорю, подсолнух, что тут тормозишь-то? Быстрее, бесплатно. Хер ли так долго, а? Так, давай снизу. Главное, чтобы снизу успели добить. Так, тут еще успеем. Давай вот так вот. Хорошо, а здесь придется тогда на одну клеточку назад, да, отодвинуть первую оборону. Ладно, сойдет пока. Давай вот так вот. Достает, только начал, хорошо. Так, снизу, главное, чтобы не успел съесть. Хорошо, допустим. Ладно, на эту клетку теперь надо ставить. Быстрее. Хорошо.
минимум у нас и есть. Осталось снизу только и все. Потом горохометы будем ставить. А еще нужно бы, конечно, двойной подсолнух поставить. Но у нас, видишь, солнышек слишком мало. Слишком мало. Неприемлемо мало. Давай так, хорошо. Давай вот так вот. Куда? Ну сюда пока рановато. Давай тут. Зашибись. Ведро пошло. Молодец. Просто красавчик. Против него, видимо, только кабачок. Можем поставить. Правильно. Горохомет. Ну давай. Я боюсь, просто так солнышки сейчас потрачу. Давай лучше кабачком его хлопнем. Да, это хотя бы 100% вариант, потому что горохомет, он может не успеет справиться. Так, я понял. Но вот здесь вот должен справиться. Слушай, расстояние большое, плюс 3 бесплатных. Я надеюсь справиться. Так, ну и как можно это... Как играть в стратегию можно, когда ты надеешься на удачу? Ты не можешь просто планы какие-то строить. Ты просто, ну, надеюсь, повезет. Давай, следующий двойной подсолнух. А, у нас даже не хватает на него, да? Давай вот так вот. А вот теперь срочно нужен еще один горохомет, так? Потому что мы видели, что он справиться в целом может. Угу, хоть и очень слабо. Не, ну уже столько времени прошло, вы бы мне еще позже дали. Тут уже, наверное, тут тоже давай кабачок поставим. Слишком много времени прошло, слишком. Дальше, дальше. Так, 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 давай горохомет снизу ставим. А здесь мы что поставим? А здесь мы ни хрена поставить не можем. Ждем следующий кабачок, получается. Потому что до горохомета еще долго. Да, плюс еще мне двойной подсолнух надо. Хотя, может, справились бы. Да нет, смотри, с этим как долго долбимся. И ничего, вообще. Нет, ну не наглейте. С этим тоже не надо наглеть. Так, я вас понял. Давайте вот так делать. Я вас понял, давай вот так. Хорошо. Пришлось, потому что тут второе ведро. Это тоже наглешь уже. Двойной подсолнух нужен побыстрее. Хотя хрен с ним, подожди, сейчас не до него, вот так вот делаем. Отлично. Так, с этим, конечно, проблемки. Так, двойной подсолнух тоже есть, отлично. Но это только третий. Этого маловато. Да, видишь, так хотя бы какая-то оборона. Потому что арбузы мы тупо не успеваем накопить. Итак, надо самые близлежащие могилы убирать. Так, нет, что-то вы наглеете, пацаны, подождете. Давай вот так, все, хорошо. А, сверху еще одного бесплатного не хватает, класс. Копим солнышки пока, на всякий случай. Просто копим. Потому что сейчас и двойной подсолнух нужен будет. И грохострел сюда, скорострел ставить придется. Улучшать пока не вижу смысла, подожди. Улучшать пока рано. Этого бьет. И он никак не умирает, ладно. Давай вот так вот поставим. Так, хорошо, и вот здесь вот пока уже можно ставить. У нас хватает и на остальное все. Ну, из могил не всех должны, да. Но, правда, в прошлый раз вылезло 2 зомби, а не 3. Ну, ладно, это всего вторая попытка, ничего страшного. Хотел бы я сказать, но они меня уже выбесили сильно. Ну, Нет, ну куда ты прешь уже? Ну нет. Ладно, давай здесь вот так вот поставим уже, я думаю, можно. Давай так, хорошо. И теперь надо очень много говорить, чтобы музыка не была услышана ютубом, а то будет бан по авторским правам, а это мне не надо. Потому что они задолбали уже со всякими банами. У меня, ну, наверное, процентов 80 все видео, они просто отключены с монетизации, потому что авторские права, прикинь. Ну или как, большинство, почти все хитрожопые делают, у кого, ну, авторы музыки. Они добавляют в игру, прикинь, свою музыку. В итоге я снимаю, и эта музыка попадает по авторским правам. И знаешь, что они делают? Забирают весь доход себе, прикинь. То есть и реклама есть, и я ни копейки не получу. В этом плане самое-самое адекватное, это кто не ставит блокировки вот так вот. Но и даже если есть по музыке блокировки, чуть менее, но все же адекватное, это те, кто, например, пополам делает прибыль. Как, например, «Растение против зомби». В самом конце есть песня. Ты видел? Ну, подсолнух поет, и зомби танцуют. Вот это вот. Так вот, бан там заключается в том, что доход делится пополам между автором песни и тем, кто снял. То есть 50% он, 50% я получаю. Но это хотя бы более-менее. Правильно? Хотя бы так. Но никогда полностью блокируют. И самые худшие, отвратительные типы, это которые вообще блокируют полностью видео. Нормально? А нахрен вы вообще добавляли в игры музыку?
с такими-то правилами. Но сделайте, которую, ну, не так жалко. Ну что это за люди вообще такое? Что за ограничения такие дебильные? Как ты задолбал уже, а, появляться? Господи, что ж ты не отстанешь-то от меня никак? Вот так вот я сделал, конечно. Но слишком опасно, смотри, они слишком близко подходят. И мне нужен еще, наверное, один пенечек. Слушай, а что это мы так много пеньков поставили? Нормально. Фу, я уже испугался. Ну реально, слишком много пеньков поставили. Откуда у нас столько денег? Да сколько можно? И могилка до хрена. Давай еще один пенек поставим вот так вот. Блин, с этим что делать? Не-не-не-не-не, там еще дальше идут. Тут нужна срочная прокачка за 250, а у нас ее нет. Так, ну хорошо, там справились, допустим. Я не могу пока ледогрип использовать, потому что это бессмысленно. Ой-ой-ой-ой-ой. Бесплатный, надеюсь, вытянет. Ага, хер ты там вытянул. Просто пенек, если мы потеряем, это будет дороже. Пенек 275 стоит, а этот всего... Сколько кабачок? 150. Не так много. Так, улучшение куда? Верхний... Давай вот сюда, потому что самый верхний ряд вряд ли пойдет Джексон. Он идет... Обрати внимание, он идет только от центра. Крайней линии он не идет, если это не выживание. И если вроде не бассейн, но про бассейн я не понял. Видел? Видишь, они чисто по центральным линиям идут, потому что по другим не могут идти. Потому что там их помощники уже не появляются. Так, а еще... Опа, я вас понял. Давай вот так вот делаем. Усиливаем наши... линии обороны. Так. Надеюсь, что там, что он там съел? Где? Не вижу, где он там съел. Давай следующую. Ага, следующего могилоеда. Так, 250, если что, у нас хватает. Да подожди, не начинай пить. Да что ты делаешь вообще? Мне приходится очень много говорить. Я не знаю почему, но из-за того, что очень много говорить, я еще автоматически еще и быстрее говорю. Ладно, давай вот... Ой, быстрее. Да, быстрее, когда надо просто много говорить. А, еще и немного громче. Видишь, что, на что он меня толкает вообще? Да прекрати ты это делать. Вот так вот сделаем, хорошо. Но это чисто, чтобы сверху защитить. Это не для него совсем. Так, давай еще вот так вот сделаем, хорошо. Так, да ты что, да это он без остановки появляется, ты понимаешь, а музыка продолжает играть, даже если он просто на поле находится. Что это такое? Ну вот так, сделаем хотя бы. Все, отлично. Ну нормально могилу вообще ставить на пенек, ты дебил что ли? Кто так делает вообще? Охренительно просто. Ну что, ну на пенек, блин. Ну олень просто, без мозга. Кто нахер так пеньки ставит, а? Тут настолько, что ли, место закончилось? Ты что делаешь вообще? Нет, вот клетка одна, или это мы освободили только что. Да какая разница, какого хрена так много могил-то появляется? Еще и в таких ненужных местах, абсолютно ненужных. Ладно, даже если бы бесплатный гриб забрал, ладно, допустим, хотя это тоже потеря, между прочим. Но хрен с ними. Но не вот так вот же наглую, просто. Вот козлы, просто. Я в шоке. Я задолбался говорить. Ай, блин, куда я бесплатный снова ставлю? Наконец-то он тоже задолбался петь, потому что я говорю, запарили уже. Давай вот так вот. Так. Могилоед. Двойной подсолнух. Все, двойные подсолнухи везде. А, все уже? Так быстро? 10 минут, да, прошло? Может, первую попытку не вырезать? Да нет, зачем я буду оставлять это? Да отстаньте со своими... Так, ну, блин. Да, не сессия, но вот это хрен знает сколько времени потратим. Это, судя по всему, это непроходимо. Это, я не знаю, как пройти. Это тоже неизвестно, как долго мне повезет. Ну, давай воздушный рейд. Ну, это тоже как повезет, понимаешь? В целом, это очень легкое, но... Ну, не сказать, что прям супер. Кактус хорошо, конечно, справляется. Хули толку? Все, у нас остальные безмозглые просто. А, сука. Сука, как нам больше подсолнухов получать? Блять, в брутал моде и больше подсолнухов можно получить, блядь, здесь. Что с этим делать? Что нам с этими уродами делать? Ты мне объясни. С этими хуйсосами просто, блядь. Я в ахуе. Ну и что делать? Кошка-мышь обсоса кусок, блядь. Просто стреляет. Кончено. Просто конченое здесь растение, кошка-мышь. Такое взяли и сгадили. Я не знаю, а в оригинале, в брутале. Она тоже хуесосина такая, что она сначала по шарам бьет. Но с другой стороны, блядь, там столько шаров даже не было.
Ага, за 10 солнышек, конечно. Хотя дешевле, чем ставить. Будет бесплатных просто на воду. На кувшинке, блядь. Сука. Просто нихуя нет. Какого хуя вообще? Нет, по-моему, в Брутале скидающие поверх растения. По-моему, кидающие поверх растения все-таки бьют, нет? По этим тварям летающим. По шарикам, по-моему, бьет кукуруза, арбуз. Разве нет? Просто уже не помню, но, по-моему, да. Какого хрена нет? Ненавижу, когда в стратегических играх что-то зависит от удачи. Но удача это в таких играх, ну, вообще не мое. Мне дай два варианта, я выберу не тот, а. Охуеть, полетели уже. Ну чё, долго еще солнце будете давать? Нет, грибы здесь невыгоднее ставить. Невыгодней. Слушай, эти дают сразу 50, а грибы хер дождешься, пока не вырастут. Чисто по времени в минусе сидим, понимаешь? Зашибись. Давайте, мне нужна кошка-мышь. Что мне с этим делать, по-вашему? Кошка-мышь тоже отсталая, блядь, растение. Тут. Зашибись, он мне сейчас еще одну газонокосилку потратит. Как вы затрахали, а? Мне тогда вообще без потерь нужно проходить будет. Еще одно солнышко, ну. Теперь два солнышка. Ну круто, еще одно надо. Что ты думал, одним отделаешься? Наконец-то. Но это уже упадет сзади. Прям слишком сзади, мне кажется, чисто под газонокосилку. Правильно. Сейчас подсолнух схавает. И на газонокосилку. А, даже... Ну, я понял. Ясно. Даже так. Так, давай поставим вот такими вот. Хотя бы за 10. Хоть какую-то защиту. Пускай нам обеспечивают. Даже кошки-мыши сами себя защитить даже не могут. А, то есть ты даже не можешь добить его, да? Я тебя понял. Вот так давай. А, да? Ты даже так будешь делать, да? Молодец. Так, ну одну линию хотя бы уже неплохо защитили. Надо кактус. Как у нас на кактусы, кстати, вообще хватает? Я в шоке. Нет, главное, чтобы не успевали подсолнухи съедать. Вот всегда чуть-чуть, но успевают. Сейчас еще с ведрами пойдут. Я понимаю уже. Я уже прекрасно представляю, что там будет. Че, кошку мышь только что покупали, да? Так, мне срочно нужно, срочно, прям очень сильно, срочно. Кактусы нужны. Еще кактусы. Быстрее. Быстрее, кактусы нужны. Чё ждем? Отлично. Куда? Ну, ставить надо будет там, где у нас нету, правильно, защиты. Не то, что адекватный хоть какой-то. Класс, класс, понимаю, прекрасно, отлично, молодцы. Быстрее, еще. Еще. Ладно, тут подлетает отлично. Давай вот так вот сразу всех этих заберем. Мразей. Так, кошка-мышь нужен, кактус нужен. Ни на что нет, да? Так, на кактус мы уже явно не успеваем копить. Давай хотя бы так. Так, и кошка-мышь тут нужна. Кошка-мышь или кактус? Лучше, наверное, кошка-мышь, правильно?
быстрее, я еще кактус поставлю, хрен с ним. Давайте на кактус хотя бы, пускай будет. Пускай хотя бы на кактус будет. Пожалуйста. Быстрее, еще одно солнышко. Ага, достаточно хотя бы так. Так, хорошо, снесли просто башни этим уродом. Так, ну на воде более-менее нормальная защита. Вот, вот тут на земле нужен еще один кактус. На сколько солнышек? Я даже не вижу, сколько у нас солнышек. Ну 200 чем-то только что должно было набраться. Правильно? А, ровно 200. Молодцы. Быстрее, так. Так, так, еще одно. А, нет, все нормально. Неужели прошли тоже со второго раза? Зато сколько мне нервов истрепали, уроды. Так, давай могилу убирать начинать, потому что не дай бог поставить там, где не надо. Че, кошка-мышь лучше ставить на воде или кактусы? Хрен его знает. А у нас ни на что не хватает. Так, уже вторая волна, давай кошка-мышь, ладно, хрен с ней. Хотя там, если всплывут зомби железные, с ведрами, понимаешь? Давай кактусы. Хотя, не, ну кошка-мышь более универсальная, она по всем линиям может попасть. Да, это отвратительное растение в этой игре, учитывая, что она так ужасно себя ведет. Ну хоть что-то. Давай вот так. О, понеслась. Все, видишь? И больше по нему никто не бьет. Так, давай, давай, держись. Еще одну кошку-мышь поставим сейчас. Еще одну успеем поставить. Хорошо. Так, давай вот так. Так, 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 так. Ну, с кактусами нормально пока, да? Кактусы, кактусы. Стоит ли на воде ставить? Я не уверен. Не, наверное, лучше кошка-мышь все-таки. Хотя я так долго думаю, что как бы успею уже и то поставить. Че, в натуре и то успеваю? Че, я тогда вообще напрягаюсь? Ну все, кошки-мыши нам тогда помогут бороться с шариками, которые даже на земле будут. Так, главное, солнышки 200 штук теперь иметь хотя бы, чтобы, если что, с большим количеством шариков справиться. А, и в финальной волне же могут из могилы, наверное, появляться еще. Вот тогда, вот с этим, наверное, точно надо бороться. Тогда хрен с ним, с остальным всем. Давай сначала уберем могилы все. Сколько успеем? Да задрали, неужели столько, ну, вообще мест, что ли, нет, что вы ставите могилы? Не, Нарсин, если бы еще он подсолнух поставил, я бы вообще в шоке был бы. Я вообще бы инсульт жопы был. Вы чё? Так, ну у меня солнышек довольно-таки много сейчас. Если чё... Бабы! Из могил чё там лезут? Да вроде не. Да ты оборзел, просто... И всё. Да ты охренел. Так, хорошо. Зачем я это сделал, мог за 10 этого поставить? Ага, во. Понеслась пизда по кочкам, подожди. Где тут? Вот так. Хорошо. Ни хрена себе. Первая мини-игра проиграл, выиграл. Вторая мини-игра проиграл, выиграл. Вот это нам везет. Хотя везет, не везет. Нет, не везет. Так, прошел, хорошо. Вот это невозможно, это невозможно, это невозможно пройти, потому что там проходить нечего. У нас осталось это на скорость, которую я не хочу. Это рандом такой. Вот это тоже огромнейший рандом. Вот это, извини, я просто не знаю, как это проходить. Это когда вот, надо вроде как выкапывать орехи, но при этом они съедаются орехи, короче. Тут, да, блядь, что я делаю? Хрен его знает, как проходить. Вот здесь, я сказал, тоже огромнейший рандом, который мне кажется нереально пройти. И вот здесь вот мне говорят, что вроде как есть шанс пройти, но что-то я сомневаюсь. Что-то я прям в этом вообще не верю. Учитывая, что здесь звезда еще не работает. Дождь и семян тоже огромный рандом. Ладно, все это я все равно говорил, я не буду уже в 10-й раз говорить. 9 раз, я думаю, хватило. На этом все, можешь подписаться на канал, чтобы вести следующую серию. И скоро увидимся.